А вы знали, что для поступления в итальянские вузы нужно иметь за спиной не менее 12 лет образования? Поэтому для выпускников российской школы после 11 класса нужно изначально поступить на фондейшн, после уже вуз. Для получения высшего образования в Италии не обязательно знать итальянский язык, можно обучаться и на английском. Для желающих обучаться в Италии возрастных ограничений нет, однако последний документ об образовании должен быть получен заявителем не более чем 15 лет назад. Также к студенческому ВНЖ можно воссоединить семью, что является огромным плюсом. А для желающих изучать итальянский язык в Италии есть множество языковых курсов. Для начала оценивают уровень знания языка студента и определяют его в соответствующую группу. А для тех, кто хочет изучать итальянский углубленно, есть специализированные программы.